Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто же взорвал газопровод «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Ранее этим делом были заняты несколько стран – Голландия, Дания и Германия, но через некоторое время Голландия и Дания отошли от этого, так и не найдя подозреваемых и зачинщиков этого саботажа. Германия осталась в этом расследовании одна, и до сих пор это следствие ведется, не было никакого затишья, как некоторые товарищи говорят, мол, типа это нужно было зеленым, поэтому сами немцы это и взорвали. Или, как говорил канцлер Шольц, Путин сам лично не хочет давать газ Германии, и мы вынуждены покупать сжиженный газ в Америке. Но, к сведению тех, кто любит покупать сжиженный газ у американцев, один такой танкер стоит почти годовалого транзита газа из России по трубопроводу в Германию. Из Германии же этот газ идет дальше по странам Европы. То есть, по факту получается, что страны Евросоюза предоставили Германии одной разбираться с этим делом, с этим саботажем и искать виновных в этом происшествии. Так вот, следователи в немецкой прокуратуре вышли на гражданина Украины, который по всем свидетельствам людей, видевших, как он и еще несколько человек садились в машину «Белый Ситроен», выезжали на польское побережье на яхту «Андромеда». Многие свидетели дали показания прокуратуре о том, что да, они видели именно этого человека, как он на яхте с другими людьми отплывали от берега. Далее, это были все подозрения. Расследование ведется медиагруппой ARD, CDF и многими государственными газетами. Естественно, среди журналистов есть люди, падкие на сенсации. И когда Государственная прокуратура заявила, что в деле о саботаже Северного потока 1 и Северного потока 2 появился определенный подозреваемый. Эти журналисты, пронырливые, любознательные, узнали его информацию, кто этот человек, и позвонили этому человеку. Им оказался гражданин Украины, живущий в пригороде Польши, вернее, проживавший до последнего времени в пригороде Польши, и связались с ним по телефону и начали задавать ему вопросы по поводу вот этого саботажа, который произошел в конце сентября 2022 года. И, естественно, этот человек стал отнекиваться и говорить, что это не он и вообще не понимает, о чем его спрашивают. И вслед за звонком вот этих вот журналистов немецкие компетентные органы отправили международный ордер на арест этого человека в Варшаву. И Варшава, как заявляют украинские средства массовой информации, имела право и имеет право по международным соглашениям дать реакцию на такой ордер в течение 60 дней. И опять-таки украинские средства массовой информации заявляют о том, что благодаря тому, что польские чиновники такие вялоподъемные, и человеку удалось просто-напросто покинуть территорию Польши. То есть они не дали ход этому ордеру, а когда человек покинул территорию Польши, только тогда они направили полицейских к этому человеку по адресу, вернее, по которому он проживал, и оказалось, что человека на территории Польши нет. Но опять-таки украинские средства массовой информации заявляют, что ни украинские пограничники, ни украинские следственные органы не могут подтвердить пересечение государственной границы между Польшей и Украиной вот этим вот человеком. Куда он пропал? Хорошо, он мог купить себе какой-то другой паспорт, где-то спрятаться или еще где-нибудь. Но у меня возникает другой вопрос. Если ты ни к чему не причастен, если ты вообще не был замешан в этом деле, то почему ты сбежал?
Тем более, когда тебе позвонили немецкие журналисты, дотошные, и попытались узнать у тебя какие-то детали, относящиеся к вот этому саботажу газопровода. Естественно, если у человека рыльце в пушку, он побежит. В любом случае побежит. А если у него есть железное алиби, подтверждающее, что в данный момент, когда происходил вот этот саботаж и когда была подготовка к этому саботажу, он находился, скажем, в другой точке планеты, то ему и бояться-то прокуратуры нечего. Но если прокуратура выдала ордер на арест этого подозреваемого, значит, они все-таки действительно напали на след того, кто это совершил. И украинские, скажем так, правители, когда это все случилось 2 года назад, были в диком шоке и полностью отрицали причастность Украины к этому саботажу, утверждая, что это сделала Россия. Российский же президент Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами, представляющими международные издания, тогда высказал, зачем нам самим взрывать эти северные потоки, если мы отправляем по ним газ и получаем ежедневно за них сумасшедшие деньги. Он сказал тогда, я не вижу в этом логики. Если западные политики не могут разобраться со своими экономическими партнерами, которые у них из их карманов, из-под носа воруют деньги, то что ж тут делать уже России? Так вот высказался Путин 2 года назад по поводу этого саботажа. Немецкие средства массовой информации сейчас трубят вовсю, что все, будем теперь искать именно вот этого человека, и через него мы выйдем уже на остальных. Не говорят, кстати, о том, нашли ли они остальных людей или нет. Говорят конкретно об этом человеке. Кто он такой? Это инструктор по дайвингу, который занимается этим уже годами. Знает, как плавать на глубине, знает все эти нюансы подводного плавания. Он, скажем так, чувствует себя как рыба в воде. И немецкие средства массовой информации почему-то ретушируют лицо этого человека. Ну вот, посмотрите, страна должна знать своих героев в лицо. Вот это вот инструктор по дайвингу, которого украинские средства массовой информации показали в полном расцвете сил, то есть показали без ретуши. Опять же, страна должна знать своих героев в лицо. И, может быть, сегодня они уже заретушируют лицо этого человека, но один раз попав в интернет, мгновенно все распространяется в интернете так, что даже если ты это и удалил, все равно это видео или фото останется на каких-то источниках, серверах или ресурсах, которые в какой-то момент времени просто-напросто дадут всплыть вот всей этой информации. Согласно международному ордеру на арест этого человека, на него сейчас, скажем так, началась охота полицейских. Они будут его искать. Но немецкие политики заявили, несмотря на исход вот этого дела, несмотря на то, как повернется следствие, Германия не собирается прекращать помощь Украине, как экономическую, так и финансовую. Германия с Украиной остается партнером. Хорошо. А если будет действительно доказано то дело, что к саботажу замешаны не просто какие-то, скажем так, полугосударственные структуры или контрабандные структуры или какие-то партизаны, а действительно, если к этому замешана верхушка власти, как вы тогда скажете, вы и дальше будете продолжать работать с этой страной? Вы и дальше будете помогать этой стране, которая, беря одной рукой у вас помощь, другой рукой пытается сделать вам пакость. Многие немецкие политики начали кричать сразу, мы вам говорили еще 2 года назад, что это было дело сделано именно украинскими руками, не кем-нибудь другим. Но в составе вот этого экипажа яхты «Андромеда» были как украинцы, так и поляки и русские. Так кто же совершил этот саботаж? Украинско-русская команда или русско-украинская команда? Те партизаны, которые голдят сейчас на всех уголках за свободную Россию, раздеребанить ее на мелкие княжества, как это было до Петра I,
И тогда все будут свободны. Вот тут будет Московия, вот тут будет Казанское ханство, вот тут будет Ростовский край, вот там будет Турецкий край, там будет еще кто-то. Они хотят этого добиться. Очень много вопросов возникает именно у самих следователей из прокуратуры, потому что когда они заявили об этом открыто в июне этого года и отправили ордер в Варшаву, естественно, у них тоже возникают вопросы, почему польские власти так долго рассматривали этот ордер и не давали ему дальнейшего хода. Ведь с момента прихода ордера в Варшаву и выезда этого подозреваемого с территории Польши прошло чуть больше месяца. То есть в начале июня ордер был отправлен в Варшаву. Люди там знали, где проживает этот человек. Но тем не менее они дождались момента, когда этот человек в начале июля этого года покинет территорию Польши. И только потом, после этого, они направили следователей по адресу, по которому проживал этот человек по имени Владимир Зе. Ну, так они говорят. Они не хотят скрывать его фамилию, чтобы из него не сделали прижизненного героя. Средства массовой информации из Украины пишут следующее по этому факту. Немецкие следственные органы якобы обнаружили первого подозреваемого, который якобы причастен к этому саботажу, произошедшему 26 сентября 2022 года в Северном море, и отправили вот этот ордер в Варшаву для ареста вот этого инструктора по дайвингу. Но якобы польские чиновники не захотели давать сразу ход этому делу и дождались момент, когда человек покинул территорию Польши. Дальше украинские средства массовой информации пишут просто открытым текстом, что я уже вначале сказал, что пограничники и компетентные органы не могут подтвердить факт пересечения государственной границы этим человеком. Немецкие средства массовой информации пишут конкретно, не якобы, а пишут конкретно, подозреваемый в деле о совершении саботажа на газовом потоке Nord Stream 1, Nord Stream 2, такой-то, такой-то, объявлен в международный розыск. Что же пишут об этом русские? Они пишут следующее, что многие ресурсы, но несколько мне понравилось высказываний, как называется, нет, не Интерфакс, ах, бог с ним. Они написали, что наконец-то немцы начали прозревать, кто им наводит бучу в собственном доме. Посмотрим, разберутся следователи, разберутся прокуроры с этим делом, но многие, особенно вот один мой знакомый, который сейчас проходит усиленное обучение в Академии ТикТок, среди профессоров, которые по 3-4 года сидят в 5-6 классе, он уже достаточно умен в этом деле, и он говорил мне ранее, что вот, этот саботаж нужен был только для того, чтобы дестабилизировать экономическую ситуацию между Россией и Германией. А потом, говорит, все затихло, потому что нужно было срочно помогать Украине в войне против России. И далее он говорит, а вот теперь посмотри, как только Украина вырвалась на территорию России в Курскую область и заняла около 2 километров территории, тут же снова опять заговорили о саботаже на Северном потоке. И он говорит, это не зря. То есть это говорит о том, что наши политики всеми нами манипулируют и пытаются сейчас снять с себя вот эту грязную одежду, чтобы в чистеньком, в беленьком выйти и сказать, что они ратуют за экономические и политические связи с Россией. Это человек, который смотрит постоянно ТикТок. Что можно сказать? Из 100% всего, что он слышит, может быть,
полпроцента или 1%, правда, все остальное фантазии тех тиктокеров-академиков, которые вещают с экранов своих смартфонов. Вот. Далее по вот этому вот нападению Украины, прорыв Украины на территорию России в Курской области, опять-таки идут большие несостыковки. Большие несостыковки в том, что российская сторона и английская разведка, которая стоит горой за Украину, вдруг подтвердила российские слова о том, что украинские военные силы продвинулись на территорию России на 1-2 километра и заняли около 7 населенных пунктов, ну, деревушки, оставленные жителями. Что же говорит у нас украинский телеканал Freedom? Он говорит следующее, что украинские войска продвинулись на территорию России вглубь на 2 километра и удерживают под контролем свыше 70 населенных пунктов. 7 населенных пунктов из 70. Это помните, как был анекдот, стоит грузин на базаре, продает арбузы. Один мужик подходит к нему и говорит: слышь, почему у тебя арбузы? Что, не видишь, что ли, 500 рублей штука. А что так дорого, блин? Почему у других он по 100, по 200, а у тебя 500? Слышь, ты не дергай меня, а то я сейчас еще один ноль дорисую, да? Так и здесь. Ну, 7 населенных пунктов, это что-то как-то маловато. Давайте нолик прибавим, будет 70. Вот так и создаются информационные утки. В общем, посмотрим, что у нас даст расследование по этому саботажу на северных потоках. Естественно, Роберт Хабек, наш министр экономики, не в радости от того, что следствие все-таки продолжается, потому что по его планам было закупать сжиженный газ в Америке для заполнения своих терминалов на долгие годы вперед. Хотя это занимало огромнейшее время и сумасшедшие деньги, намного большие деньги, чем покупать газ природный, который идет по трубопроводу из России на Европу и дальше транзитом отправлять его по странам Европы. Роберт Хабек сейчас несколько в шоке от того, что, елки-палки, следователи все-таки не оставили этого дела. Некоторые политики тоже нерадостные от этого события, что все-таки прокуратура идет и дальше по следу и выходит на тех людей, которых эти политики защищают. Но тут получается действительно, что если, к примеру, страна какая-то воюет с другой страной, и на ее сторону становятся другие государства, помогающие выстоять в этой войне, то страна эта, по идее, должна принимать эту помощь с благодарностью и не устраивать никаких саботажей или диверсий не только на территории тех стран, которые ей помогают, но и на прилегающих к этим территориям другим территориям. То есть, допустим, нейтральные воды в море или еще где-то, которые могут быть как-то связаны с инфраструктурой тех стран, которые помогают этому государству. А получается, что у нас Германия идет как бы на два фронта. С одной стороны, они помогают Украине выстоять в этой войне, а с другой стороны, сидят и чешут себе репу и думают: елки-палки, блин, мы им танки, а они нам, блин, гранату в трубу. Мы им ракеты, блин, а они нам, блин, нож в спину. Мы им, блин, пособия, а они нахрен на наши пособия ездят на моря. Кстати, маленький анонс. На канале запланировано на 25 августа одно видео, в котором я рассказываю об украинских беженцах, шикующих на песчаных пляжах Средиземноморья за счет наших с вами налогов. Посмотрите это видео. Оно, конечно, не такое веселое, как все остальные. Там очень много возникает вопросов по тем темам, которые я там затрагиваю. Почему вот эти люди, приехавшие сюда,
до сих пор живут на пособии, почему они бросают языковые курсы и не хотят переучиваться по своим квалификациям, почему эти люди не идут на работу, почему они просто так вот плюют в лицо тому государству, которое дает им пособие, помогает им удержаться на плаву, дает им квартиры, оплачивает эти квартиры. И эти же люди едут на моря в Грецию, в Испанию, в Италию отдыхать. И когда их там встречаешь, они говорят: буду я работать на этих фашистов. Наши деды не для того воевали, чтобы мы там работали. Вот такие дела. Я скоро поеду в Италию. Скажем так, в семейную командировку. И в том месте, куда я поеду, работают украинские беженки. Технический персонал. Если мне доведется, я с ними поговорю по теме вот этих беженцев, которые живут здесь, в Германии. Потому что те женщины живут там. И как только они приехали в Италию, им, по-моему, через 2 месяца сказали: «Хочется кусать? Вперед на работу! Al lavoro! Al lavoro! Prende, al lavoro! Prende al lavoro!» Вот так вот. То есть там пособия у них нет, они работают. А здесь, в Германии, пособия, блин, хоть залейся. Тут же балбесов миллионы, которые работают, платят налоги. И эти украинские беженцы бегают и кричат, что вот, медицина бесплатная, тут нам все, тут для нас все. Да нифига она тут не бесплатная. Это может быть сейчас для вас она бесплатная. У вас-то есть медицинская карта, а вот эта медицинская карта оплачивается налогами тех миллионов людей, которые родились и живут здесь. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, дождаться выхода следующего видео, которое запланировано 25 августа, посмотреть эту тему об украинских беженцах, шикующих на пляжах Европы, и поделиться видео с друзьями. Всем удачи, пока!